Накануне состоялся разговор президента республики с предпринимателями. Главной темой стал вопрос обеспечения продуктовых магазинов товарами народного потребления. Разговор получился открытый. Анатолий Бибилов обозначил свою позицию. Государство обеспечит привоз товаров, но главное в этих непростых условиях соблюдать безопасность и минимизировать риски, связанные с проникновением нового коронавируса в Южную Осетию. Никакой самоизоляции дома. Никакой самоизоляции. Что такое самоизоляция? Человек приехал, зашел домой, не знает, что он носитель, находится дома, и он может заразить свою семью. Заражается семья, заражаются соседи, заражаются приятели, там, друзья и так далее, родственники и так далее, и так далее. Поэтому никакой самоизоляции, только стационар, только бокс, имеется в виду палаты, где этот человек должен находиться 14 дней. Предприниматели обсудили с президентом все детали и пришли к единому порядку транспортировки товаров. И вот уже завтра ожидается большой привоз продукции в магазины республики. Ну а сегодня мы решили сами посмотреть, что есть на прилавках наших магазинов, а с чем напротив ощущается дефицит. Это один из центральных супермаркетов Цхинвала. И здесь есть все, начиная от гречки, о которой столько разговоров в интернете. Все крупы и другие продукты первой необходимости. Есть даже бытовая химия. Отдел просто заполнен. Единственное, с чем есть дефицит, это молочные продукты. Конкретно сметана и творог. Но и этот дефицит уже завтра будет восполнен. И совсем другая картина в овощных магазинах. Но, как нам рассказали их владельцы, эта проблема временная. Если в продуктовых магазинах много всего, то вот в овощных полупустые прилавки. Но, как нам рассказали продавцы, уже завтра здесь все будет заполнено. Алан Тибилов, Аида Кочева, Азамат Кудзеев. Информационный выпуск сегодня.